Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Мы очень рады видеть вас сегодня в этом зале. Стало чудесной традицией собираться в этот день, 20 июня, в лучших залах Москвы, для того, чтобы всем вместе отметить день рождения прекрасного человека, удивительного человека, журналиста, поэта, писателя, актера, барда, автора прекрасных песен, Юрия Висбора. Сегодняшний вечер особенный. Сегодня Юрию Осичу исполнилось бы 80 лет. И сегодняшний вечер ведем мы, Алексей Иващенко и Варвара Висбор. У меня такое ощущение, Варя, что Висбор — это уже не просто фамилия. Висбор — это уже культурный код для своих. Вы произносите Висбор, и все перед глазами. Горы, моря, крайний север. Удивительный мир прекрасных женщин и сильных мужчин. Я продолжу твои ассоциации и ассоциации многих, наверное. Висбор — это еще песни, простые, мелодичные, пожалуй, давно уже ставшие народными. И наш сегодняшний вечер называется «Висбор. Юбилей с друзьями». Сегодня на сцене и на экране нам будут помогать вести этот вечер его друзья, соратники и соавторы. Итак, начнем. Внимание на экран. Я его знаю с момента его прихода в педагогический институт. Я учился тогда уже на втором курсе, уже был опытный студент, а вбежала к нам чемпионка гимнастики такая Валя Давыдова была. В первый день институтское занятие, когда первый курс пришел только. И она сказала: ой, девочки, там такой хорошенький мальчик один. Хорошенький мальчик — это было уникальное явление. Мальчик вообще довольно редкое явление было в институте, а тут в особенности. И вот это был как раз розовый блондин Юра Висбор, который очень быстро вошел в нашу команду. Тогда довольно дружную, мы уже имели за собой кавказский поход. Он тогда еще не занимался туризмом. Он был на слете, на котором мы рассказывали об этом походе. Вот так влился в секцию, взял гитару и очень скоро стал популярнейшим человеком в институте. Первый раз я попал в квартиру на Неглинке, где теперь управление культуры. Значит, в 1963 году, когда уже Висбор был Висбор, был очень известен, уже работал журналистом, по-моему, тогда уже в этой самой, в этом журнале с дыркой. Вот, и будучи командировочным из Ленинграда, я попал и понял сразу, войдя в задымленную, прокуренную, значит, квартиру, что это центр вообще всей, значит, песни всего Советского Союза. Одни большие горы, меж горами перевалы. В том краю ты не бывала, там звезда есть голубая, в ней угадывал тебя я. Здравствуй, здравствуй, друг мой вечный. Вот и кофе, вот и свечи, вот созвездие голубое, вот и мы вдвоем с тобой. Наши дни идут к закату, а мы как малые ребята, взявшись за руки, клянемся, то ли плачу, то ли смеемся.
здравствуй, здравствуй, милый случай, здравствуй, храбрый мой попутчик, разреши идти с тобою за звездою голубою и на рынок за хлебами и с корзинкой за грибами и нести с собой в корзинке наших жизней половинки. Я вернулся. Есть одна хорошая новость. Она, я думаю, обрадует всех, кто интересуется творчеством Висбора. И, казалось бы, мы все знаем, все издано многократно, записано. Но вот буквально этой весной, совсем недавно, обнаружился большой неизвестный текст Юрия Иосифовича. Это, я бы сказал, лекция о ремесле, о его профессии барда. И эту лекцию он прочитал, двухчасовая лекция, он ее прочитал слушателям семинара молодых бардов. Было это в конце декабря 83 года. Там есть, ну, кое-что, о чем он никогда не писал и не рассказывал. Песня какая-то берет начало, иногда совершенно невозможно предсказать. Вот, например, Серега Санин, да? Вот он рассказывает, как... что он написал Серегу Санина по конструкции песни американского певца Пит Сигерс, а песню эту Пит Сигерс написал, прочитав казачью колыбельную в Тихом Доне по конструкции этой казачьей колыбельной. Не представляете себе, какой фантастический сюжет. С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки, в тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами, другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка,
то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь привет. Визбор вообще не альпинист. Так. Вот, и я могу сказать, что еще одно, что Визбор последние, допустим, 15 лет, а раньше он не ходил, он ходил вообще в связке только со мной. И я могу о нем судить. Он просто, ему дух нравился, атмосфера, общение. Понимаете, в альпинизме не может человек рассказать, какой он смелый и какой он чудо. Это о нем расскажут другие люди, которые ходили с ним. Ведь когда идешь на серьезное восхождение, то после восхождения бывает такой разбор. Тогда еще не было слова «разбор полетов». Разбор просто от восхождения. И 2-3 слова люди говорили друг о друге, что как. И некоторые товарищи больше в компании нашей, в команде не появлялись. Это была норма жизни, потому что это своеобразный спорт, своеобразные отношения. Вот, а некоторые люди были спаяны этими горами всю жизнь. Юра любил горы из-за того, что были друзья, вот товарищи, которые его любили. Вот Юра появлялся в экспедиции, мы приезжали, там за караван, какая-то заброска, все прочее. Юре сразу помогали палатку ставить, чтобы Юрочка там, кстати, вот так жил. Почему? Потому что, ну, любили, что он сядет как-то потом, споет, расскажет пару баек, будет с нами. Он улучшал очень атмосферу. Непонятным образом песни Юрия Визбора, наверное, через наших родителей. Вот все эти детали, которые звучат в песнях у Визбора, они настолько близки, как будто это про нас. И вот следующая песня посвящается Аркадию Мартыновскому. Я очень рад, что мы познакомились и подружились. Всячески, чем возможно, помогаем друг другу. Вот. А песня одна из самых моих любимых. Имели, уже не украдут.
были так богаты чужой и общей болью, наивною моралью, желанием петь да петь. Все это оплатили любовью мы и кровью. Не дай нам Бог, ребята, в дальнейшем обеднеть. В Аркашиной квартире все бродят наши тени. На кухне выпивают и курят у окна. Абстрактная картина судеб переплетения. И так несправедливо, что жизнь у нас одна. Народный артист России Олег Митяев. Мне в прошлом году довелось попасть в настоящий альпинистский лагерь, познакомиться с настоящими альпинистами. И я вам скажу, что вот тут сценарий неверно, не точно немножко написан. Там написано, что альпинисты хранят память о Юрии Висборе. Это не совсем так. Он для них абсолютно живой человек. Вот это трудно объяснить, но есть такое ощущение, что это просто человек куда-то отошел, что он рядом. Его дух все время присутствует там. Есть фестиваль, прекрасный фестиваль авторской песни в Фанских горах, посвященный Юрию Висбору. Есть вершина, пик Юрия Висбора. Мало того, друзья, есть планета Висбора, но и это еще не все. Сейчас обращаюсь к каждому из вас, Алексей, к тебе тоже. Встречались ли вам такая ситуация, когда в каком-нибудь населенном пункте люди сами протаптывают удобные для себя дорожки, там, к примеру, к остановке, да, к любимой. Вот. А потом, как бы по этим народным тропам уже мудрые правители кладут асфальт, что является достаточно удобным. Так вот, примерно такая же ситуация произошла с улицей Висбора. Да, есть теперь такая улица в Самаре. Хочу вам сказать, что в новом микрорайоне коттеджной застройки улицы, как это обычно бывает, имеют условные названия поначалу. И поскольку это город Самара, поскольку это родина Грушинского фестиваля, там поклонников Висбора хоть отбавляй, и один из них взял на себя инициативу и заказал себе табличку «Улица Висбора». Дом 24. Повесил ее на свой собственный дом. Соседи походили. Им это понравилась идея. И они заказали себе точно такие же таблички, только с номерами уже своих домов. Вот. И после какого-то прошествия времени РЭО стали присылать уже квитанции официальные там, на оплату коммунальных услуг, где в адресе, в строфе с адресом значится улица Юрия Висбора. Ну, вы знаете, я вот сам сегодня буквально узнал о том, что в конце мая правительством Москвы принято решение о том, что на одном из домов в Ананьевском переулке, на Сретенке, появится табличка. Здесь жил Юрий Висбор. Спасибо правительству Москвы за это решение. И отдельное спасибо за то, что это стало возможным, биографу Юрия Висбора Анатолию Азарову, который сделал очень много для того, чтобы это осуществилось. Ну и уж раз речь зашла о Сретенке, то сейчас самое время пригласить на сцену еще одного уроженца этого района. Близкий друг Юрия Висбора, актер, режиссер Вениамин Смехов. Это на добавку. Спасибо. Ну вот. То есть, а с другой стороны, только сейчас. Юрий Иванович
и свидетелей в зале, слава Богу, достаточно, испытывал меня на прочность. Это был самый мужской человек в моей жизни. Это был гений мужской песни, мужской дружбы. И женщинам доставалось хорошо. В хорошем смысле. Вот. А я испытываю только благодарность. И вот если мне уже повезло здесь сегодня, то я одну из самых, ну, наверное, больших, великих творений поэта Висбора в 20 веке. Доказательством служит то, что лет 8 назад в тогдашней России, в Зарядье, это стихотворение читал Евгений Евтушенко, один из самых лучших и важных личностей русской поэзии. А я прочитаю так, как я помню. А помнишь, друг, команду с нашего двора, послевоенный над веревкой волейбол, пока для секции нам сетку не украл, четвертый номер Коля Зять, известный вор. А первый номер на подаче Владик Коп, владелец страшного кирзового мяча, который, если попадал кому-то в лоб, то можно смерть установить и без врача. А пятый номер – наш защитник Макс Шароль, который дикими прыжками знаменит, а также тем, что он по алгебре король, но в этом двор его нисколько не винит. Саид Гиреев, нашей дворничихи сын, торговец краденым и пламенный игрок, Серега Мухин, отпускающий усы, и нараспаси скромный автор этих строк. Да, вот это наше поколение рудиментом в нынешних мирах, словно полужесткие крепления или радиолы во дворах. А вот противник, он нахал и скандалист, на игры носит он то бритву, то наган. Здесь капитанствует известный террорист, сын ассирийца, ассириец Лев Уран, известный тем, что перед властью не дрожа, зверю-директору он партой угрожал, и парту бросил он с шестого этажа, но, к сожалению, для школы не попал. А вот и сходятся два танка, два ферзя. Вот наша Эльба встрече войск далеких стран. Идет походкой воровскою Коля Зять навстречу, руки в бруки, Левочка Уран. Вот тут как раз и начинается кино, и подливает в это блюдо остроты Белова Танечка, глядящая в окно, внутри районный гений чистой красоты. Но что без драки? Волейбол так волейбол, ножи отставлены до встречи роковой, и Коля Зять уже ужасный ставит кол, взлетев, как Щагин над веревкой бельевой. Да, и это наше поколение рудиментом в нынешних мирах, словно полужесткие крепления или радиолы во дворах. Мясной отдел, центральный рынок, дня конец. И 30 лет прошло, о Боже, 30 лет, и говорит мне ассириец-продавец. Конечно, помню волейбол, но мяса нет. Саид Гиреев, вот сюрприз, подсел слегка, потом опять, потом отбился от ребят. А Коля Зять пошел в десантные войска, и там, по слухам, он вполне нашел себя. А Макс Шароль, опять защитник и герой, имеет личность он секретную и кров. Он так усердствовал над бомбой гробовой, что стал членкором по фамилии Петров. А Владик Коп подался в городок Сидней, где океан балет и выпивка с утра, где нет, конечно, ни саней, ни трудодней, а также нету ни кола и ни двора. Ну, кол-то ладно, не об этом разговор. Дай бог, чтоб Владик там поднакопил деньжат. Но где найдет он старый сретенский наш двор? Вот это жаль,
Вот это правда. Очень жаль. Ну что же, каждый выбрал веру и житье, полсотни игр у смерти выиграв подряд, и лишь майор десантных войск Н.Н. Зитьев лежит простреленный под городом Герат. Отставить крики, тихо, Сретенка, не плачь. Мы стали все твоею общей судьбой, те, кто был втянут в этот несерьезный матч и кто повязан стал веревкой бельевой. Да, уходит наше поколение рудиментом в нынешних мирах, словно полужесткие крепления или радиолы во дворах. Спасибо. Я попросил разрешения, и мне разрешили. У меня есть такое любимое воспоминание, когда Юрий Осипович дома. Вот он был и друг, и наставник, и с лихвою незаслуженно одарял лаской комплиментов и в каких-то литературных делах, и Галку мою, и он благословил семью мою, и вообще тут много-много всего. И деток моих, и Ленку, и Алику, и все это было, и Женечку Шурина. Ну, в общем, есть такое стихотворение дивное. Оно, по-моему, очень годится. Я как раз недавно выступал в Германии, и я его прочитал нашим людям. Там, в маленьком кафе, на углу Шунхаузер-аллеи, где четыре старухи ежедневно обсуждают итоги Первой и Второй мировой войны. Там, в маленьком кафе, на углу Шонхаузер-аллеи, где из окон видны еще руины, где безногий человек с самого утра все глядит в стакан. Там, в маленьком кафе, посредине города Берлина, на углу 20-го столетия, на опасном перекрестке двух противоборствующих систем, там, в маленьком кафе, посреди задымленной Европы, на груди у водяной планеты, что вращается по скучной круговой орбите вокруг звезды, там, в маленьком кафе, ничего такого не случилось. Просто мы по-русски говорили. И сказали старухи, надо было раньше добить англичан. Спасибо. А на сцену выходит автор и исполнитель Раиса Нур. Попробуем заснуть под пятницу, под пятницу, под пятницу. Во сне вся жизнь на нас накатится, салазками под Новый год. Бретельки в довоенном платьице, и шар воздушный катится. Четверг за нас, за всех расплатится, и чистых пятниц издает. Четверг за нас, за всех расплатится, и чистых пятниц издает. И все, что с нами дальше сбудется, ах, сбудется, ах, сбудется, пройдет по этим смутным улицам, чтоб знали мы в конце концов, что много лет за нами старыми придет во тьме кварталами какое-то весьма усталое и дорогое нам лицо, какое-то весьма усталое и дорогое нам лицо. А Новый год и ель зеленая, 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 свеча гореньем утомленная, и некий милый человек, и пахнет корка мандаринная, звезда висит старинная, и детство
наш такой короткий век, и детство все такое длинное, и наш такой короткий век. Всю ночь бредем мы сквозь сумятицу, 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 и лишь к утру на нас накатится догадка, что была в крови. Все от того, что сон под пятницу, под пятницу, под пятницу нам дан за тем, чтобы не спрятаться от нашей собственной любви. Нам дан за тем, чтобы не спрятаться от нашей собственной любви. Юрий Висбор был блистательным баишником, рассказчиком был непревзойденным, это все знают давным-давно. Сейчас его друзья собирают в кучку все, чтобы оставалось следующим поколением. Вот сейчас выходит книжка у Юрия Пискулова. Юра в этом зале находится, он персонаж знаменитой висборовской песни «Спартак на Памире». Помните? Аркаша, Алеша, Юраша, Климаша. Вот Аркашина, значит, книжка вышла раньше, и Юрашина сейчас, называется она «17 мгновений с Висбором», увидите, не примените. Я же обращаюсь к первоисточнику. Висборовские записки, которые называются «Командировка в Мурманск». Несколько лет назад я прилетел в Мурманск в командировку. Мне нужно было 5 дней здесь поработать, поскольку в местном издательстве выходила моя книжка. А потом я должен был уйти в море на подводной лодке, чтобы подготовить репортаж для журнала «Кругозор». На аэродроме меня встречает секретарь обкома комсомола Альберт Жигалин, с которым мы служили в одном полку, и говорит: «Юр, у нас с тобой большая программа. Мы должны обойти 50 семей, которые правят Мурманском. И вот каждую ночь мы обходим 4 или 5 домов. Мурманск, не Тбилиси. Спирт, палтус, никакой зелени. Здрасте, Юрий Ильич, вот Леночка у нас не спит. Вас ждем. Раз, два, три». Потом застолье, песни какие-то, другой дом, кошмар. В 8 утра прихожу в гостиницу, страшный, как вурдалак. Ложусь спать, в час иду в издательство, вечером опять 50 семейств. Наконец, 5 дней страшнейшего пьянства закончились, приезжаю в базу «Североморск», там один день, меня встречает местный поэт Володя Матвеев, капитан 2-го ранга, честно глядит мне в глаза и говорит: «Юра, бросил пить». Минут через 10 он уже достал топор и взламывать начал шкаф, где жена от него закрывает спирт. Затем было все как надо. Наконец, утром подали адмиральский катер. До базы подводных лодок в Полярном идти час. Я в теплой командировочной шубе на собачьем меху вышел наверх, чтобы меня проморозило, чтобы вся эта жуткая жизнь, вся эта страшная пьянь из меня вышли. Промерз хорошо, взбодрился. Думаю, ну, там уж военная база, никакого разврата. Приходим, встречают 2 офицера. Один командир лодки взял мой чемодан и говорит: «Юрий Осич, пожалуйста, быстренько в политотдел и на лодку, мы уходим». Вхожу к начальнику политотдела. Большой кабинет, за столом сидит скучный человек, окна заметены черным льдом. Говорить мне с ним не о чем абсолютно. Он выдвигает ящик стола, заглядывает туда и, старательно выговаривая мое имя, обращается ко мне: «Да, Иосифович, у нас тут зима, полярная ночь». Да я и сам вижу, что полярная ночь. Сидим, какое-то напряженное молчание. «Тут нас московские дети или культуры не забывают. Недавно Ахматова приезжала». «Кто?» Думаю, черт, он покойницу вспомнил. «Ахматова, такой, но нам ее песни не очень, да». «А, думаю, он ее, у него с Пахмутовой он ее перепутал». «Вот так, Юрий Иосифович, у нас тут зима, полярная...» Вдруг он делает резкое движение вниз, у меня захолонуло внутри, открывает тумбочку, вынимает бутылку спирта и 2 грязных стакана, начинает разливать по полстакана, берет графин старой желтой воды, разбавляет спирт. Происходит известная реакция. Затем он вынимает маленький сухой, как грецкий орех, лимон и пытается ножом перепилить. «Повторяю, тут у нас, Юрий Иосифович, зима, полярная ночь». Чувствую себя проституткой, которая вернулась к честной жизни, а ее опять зовут.
Мы с ним встали. За ваше, Юрий Иосифович, выпили, будто мне суковатую палку в пищевод сунули. Я стакан еще не успел поставить, как открывается дверь, и входит никто иной, как командующий базой контр-адмирал Романенко. Это что? Пьянка в штабном помещении? Кто такой? Кто из Москвы, спрашиваю? Начал распекать начальника политотдела. Я, как организатор пьянки, стою, молчу. Думаю, пьяный в штатском, в штабе тут секретные документы. Сейчас арестуют. Идите со мной! Ну, думаю, пропала моя командировка. Иду по темным коридорам за адмиралом. Он открывает какую-то дверь. Вижу там семга, семга, семга. И лимончики. Что же вы там, понимаете, с помполитом в глухую? Мы вас здесь давно ждем. Но здесь, как говорится, было тяжело, потому что был коньяк. Адмирал снял китель, называл меня сынок, рассказал мне всю свою жизнь, а я ему свою и про всех жен своих. Много раз поцеловались, ночь за окном, полярно. Зима! В итоге он мне говорит: сынок, ты один до лодки не дойдешь, я тебе дам вестового. Вызвал вестового звонком. Пришел азербайджанец, как сейчас помню, с худой шеей. Обнял я его, и мы пошли по каким-то обледенелым пирсам. Я этому азербайджанцу все рассказывал про себя, когда шли. Приходим, лодка стоит седьмым бортом. Ну, стало быть, шесть лодок. Надо пройти по маленьким шатким обледенелым мосточкам, чтобы на нашу лодку попасть. С Божьей помощью перешли. Я поцеловал азербайджанца. Залез на верхний рубочный люк, смотрю вниз, там на 14-метровой глубине лысина ходит. Это командир нервничает. Спустился я, шуба как юбка вся задралась. Командир мне говорит: товарищ Висбор, где вы ходите? Все налито. Это был конец. Когда я и помполит пришли к нему в каюту, я еще жизнь помнил. Смотрю, он вынимает бутылку ркацетели, заткнутую черную резиновой пробкой. У меня еще мысль ясно работает. Это не ркацетели. Потом произошел распад личности. Когда я вернулся к жизни, чувствую, лежу в гробу. Голову поднять не могу, но думаю, вот она и смерть, наконец-то. Чувствую, что с левого края гроб кончается, и стенки слегка трясутся. Соображаю, нет, стало быть, пока не умер. Выяснилось, что лежу на третьей полке в офицерской каюте, слез, полная темнота, разбил несколько приборов, но нашел выключатель, зажег свет, так... Началась моя командировка на Северный флот. Задраены верхние люки, штурвало блестит колесо. Ввиду долгосрочной разлуки всем выдано брау дюрсо. Прощайте, красотки, прощай, небосвод, подводная лодка уходит под лед. Подводная лодка, морская гроза, под черной пилоткой стальные глаза. Под грустную музыку Верди компасы дают перебой. Голодные ходят медведи, у штурмана надо головой. Прощайте, красотки, прощай, небосвод, подводная лодка уходит под лед. Подводная лодка, морская гроза, под черной пилоткой стальные глаза. По многим известным причинам нам девушки все хороши. Стоят на сугробах мужчины, а на полюсе нет ни души. Пройдем.
походка, стальные глаза. Борис Львович. На сцену выходит Андрей Крамаренко. Юрий Ильич неохотно включал в свои концерты лирические песни, самые свои заветные, самые дорогие сердцу. Не очень доверяя, видимо, публике на ответную сердечную реакцию. Но сегодня другой случай. Здесь собрались все, кто хорошо знают и прекрасно понимают, о чем эти песни. А если кто-то знает слова, можно тихонечко подпевать. Ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в году весна, словно в степи сосна. Нету другой такой ни за какой рекой. Нет за туманами, дальними странами. Выньи провода в сумерках города. Вот и зашла звезда, чтобы светить всегда, чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель, чтобы качать всю ночь у колыбели дождь. Поворот какой делается с рекой. Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти. Только свети, свети. Андрей Крамаренко. Просто Юлий Ким. Юра, как еще целая плеяда разнообразных и по-своему замечательных людей, обязан своим душевным и всяческим происхождением нашему замечательному Московскому педагогическому институту. И, идучи сюда, я думал, как бы это воспеть наше родовое, душевное, духовное, как угодно, гнездо, и вспомнил, свою песню, написанную когда-то вместе с композитором Дашкевичем по просьбе нашего философа, публициста, литератора прекрасного Юрия Корякина. В 1973 году он вел лекции на учебном телевидении, и его темы были декабристы, Достоевский и Пушкинский лицей. И вот для лекции о Пушкинском лицее заказал он нам с Дашкевичем романс. И когда я уселся сочинять текст,
я сразу задумался о своем лицее, о нашем лицее. И так получилось, что, воспевая Пушкинский лицей, я как-то все время оборачивался на наш родной московский педагогический. И вот этот романс я и спою, потому что сочинял я его не только и не столько, имея в виду пушкинских лицеистов, сколько наше МГПИшное братство. Тогда душой беспечной невежды мы жили все и легче, и смелей. На пороге наших дней неизбежно мы встречаем, узнаем и обнимаем наших истинных друзей. Здравствуй, время гордых планов, пылких клятв и долгих встреч. Свято дружеское пламя, свято дружеское пламя, да не просто уберечь, да не просто уберечь. Все бы жить, как вон и дни, все бы жить легко и смело, не высчитывать предела для бесстрашья и любви, и, подобно лицеистам, собираться у огня в октябре багрянолистом, в октябре багрянолистом 19-го дня. Но судьба свое возьмет, поимщицки лихо свистнет, все по-своему расчислит, не узнаешь наперед. Грянет бешеная вьюга, захохочет серый мрак, и спасти захочешь друга, спасти захочешь друга, да не выдумаешь как, да не выдумаешь как. На дорогах наших дней, в перепутьях общежитий, ты наш друг, ты наш учитель, славный пушкинский лицей. Под твоей бессмертной сенью научиться бы вполне безоглядному веселью, бескорыстному доверию, вольнодумной глубине, вольнодумной глубине. С этой песней случился небольшой казус, очень лестный для меня, потому что однажды в газете «Московская правда» вышла статья о каком-то из московских лицеев, а эпиграф был из этой песни: «В октябре багрянолистом 19-го дня, а Пушкин». Юлий Ким. А на сцену выходит Галина Хомчик. Этот круг,
сними, когда простой весенний луч прорвет завесу низких туч, затеет детскую игру, и ветры будто бы друзья слетятся к нашему костру. Как наши дети подросли, вот верный счетчик нашим общим временам. Уйдут, как в море корабли, и торопливый поцелуй оставят нам. Да, наша молодость прошла, но знаешь, есть одна идея у меня. Давай оставим все дела и съездим к морю на три дня. Хоть на три дня, и будет в нашей жизни выходит Алексей Иващенко. А жена моя сейчас зажигает зажигалку и прикуривает яву и мурлыкает эфир, и какой-то нехороший говорит ей: слушай, Галка, не смотри на вещи мрачно, как прекрасен этот мир. Ну, а может быть, сейчас нам с тобою повезет, ну, а может, разобьется этот самый самолет. И все это происходит, пока самолет наш мчится, и с криком рвется воздух чуть впереди крыла, и всем нам очень хочется скорее приземлиться, но, боже мой, не ранее, чем указано в расписании, утвержденном в Министерстве гражданской авиации. А у штурмана товарища Семенова настроение паршивое вообще. Он резонно понимает, что не далее, как в полдень, съел какую-то субстанцию в борще. И болит его желудок, и под сердцем все сосет. Ну когда ж наш милый штурман, наш замечательный работник, он жену себе в четвертый раз найдет? И все это происходит, пока самолет наш мчится, и с криком рвется воздух чуть впереди крыла. И летим мы так, летим, пролетаем город Нежин, оттуда умный мальчик в телескоп на нас глядит. Телескоп весь ледяной, город Нежин весь заснежен, мальчика видит наш фонарик и волнуется в груди. Он-то думает, что мы
на летающей тарелке. Умный мальчик, ты ошибся. Мы ведь здешние, свои. Все это происходит, пока самолет наш мчится и с криком рвется воздух чуть впереди крыла. И лечу я так, лечу, весь пристегнутый ремнями и скопления населения. Наблюдаю под собой, и вся жизнь моя летит разноцветными огнями летающих тарелок. В небе явный разнобой, и мне кажется, что прав композитор Де Тухманов и поэт В. Харитонов, что заметили однажды после долгого раздумья и проверки многократной, что действительно прекрасен этот мир. И все это происходит, пока самолет наш мчится и с криком рвется воздух чуть впереди крыла. Алексей Иващенко. Юра был безоговорочный лидер. Он, по-моему, родился лидером. Причем он никогда ничего не навязывал никому. Все шло само по себе как-то мягко, но все понимали, что он главный. Во всех байдарочных походах, даже в альпинистских экспедициях он умудрялся давать такие советы, что потом даже диву даешься. Он настолько скрупулезно и точно знал тему, с которой он работал, что практически все шофера считали, что он шофер. Безоговорочно. А Юрьевич наш шофер, там летчики считали, что он летчик, подводники, что он подводник. Но мы-то точно знали, что он альпинист, это его любимое хобби. Я даже не знаю, что он больше любил, Москву или горы. Я думаю, что горы. В горах люди меняются, а он ездил туда и зимой, и летом. Я его включал во все сметы наши, во все приказы и постановления, и он ездил на правах участника московских альпинистов. И, конечно, если Юра был с нами, то все проходило совсем по-другому. Он с утра уходил, подходил ко мне, говорит: «Володя, я иду. До ужина буду там-то, там-то, не наводи на меня никого, я буду работать». И вот он приходил вечером, и первое, что он делал, говорил: «Сейчас я вам покажу, что я сделал сегодня». Мы садились, представляете, Памир, Кошма, зеленый чай, огромные звезды, Юра с гитарой показывает, что он сделал. Он несколько раз делает оговорки: «Но это сырой материал, мы его потом подправим». Ничего он больше не правил. У него с листа получалось надолго и всерьез. Снова нас ведут куда-то, и не ясен наш маршрут. Видно, горы виноваты, что не сидим ни там, ни тут. Снова в гору и по тропам, с рюкзаками за спиной. Груз под силу лишь циклопам. Мама, я хочу домой. Груз под силу лишь циклопам. Мама, я хочу домой. Дома все же как-то лучше, ну а здесь придется нам целый день бродить по кручам, по ужасным ледникам. Будем ползать постоянно по веревке основной и питаться кашей манной. Мама, я хочу домой. Не хочу я кашей манной. Мама, я хочу домой. Склоны круче, ближе тучи, камни сыплются гурьбой. На пожарный всякий случай мы связались меж собой. Мы идем по ледопаду, где, представьте, путь такой: хочешь стой, а хочешь падай. Мама, я хочу домой. Не хочу я что-то падать. Мама, я хочу домой.
снова нас ведут куда-то. Снова я несу рюкзак. Да чего же мне, ребята, надоело жить вот так. Телеграмма уж готова, ни одной ни запятой в ней. Всего четыре слова. Мама, я хочу домой. В ней всего четыре слова. Мама, я хочу домой. Спасибо. Александр. Сижу я, братцы, как-то с африканцем. А он, представьте, мне и говорит: в России, дескать, холодно купаться, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также области полета. Мы впереди планеты всей. Потом мы с ним ударили по 300. И он, представьте, мне и говорит: в российских селах не танцуют твиста, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди планеты. Залили это все шампанским. И он говорит: а вообще ты кто таков? Вот я, говорит, наследник африканский, а я технолог петухов. Вот я и делаю ракеты, перекрываю Енисей, а также области балета. Я впереди планеты. Лучшим чувством. Открой, говорит, мне главный ваш секрет. Пожалуйста. Советское искусство в наш, я говорю, сильнее всех ракет. И все ж мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, а также в области балета. Мы впереди планеты. Тимур Ведерников и ансамбль под управлением Александра Прокоповича.
Когда я родилась, то отцу было так интересно посмотреть на рожденное им дитя, что значит, со своим ближайшим другом Владимиром Красновским, вооружившись альпснаряжением, они подошли к 25-му роддому, что на Ленинском проспекте, и забрались на 4-й этаж роддома. Значит, показались два небритых человека в окне, где лежало там как минимум 10 рожениц. Все дамы закричали, мама подбежала к окну и, успокаивая своих подружек, сказала: «Не волнуйтесь, это мой пришел». Как будто появление мужа в окно на 4-м этаже — это была какая-то такая очень нормальная ситуация семейная. И, значит, потом родители издевались как могли над ребенком, как я выжила, совершенно непонятно. Потому что вот классик авторской песни Александр Моисеевич Городницкий утверждает, клянется и божится, что лично видел, как меня вывешивали с 3-го этажа Неглинки в авоське. А мама мне рассказывала, я говорю всегда, неправда, потому что меня просто привязывали репшнурами к подоконнику. Рекламы погасли уже, и площадь большая нема. Лишь где-то вверху на 6-м этаже качает сынишку мать. О, сколько долгих ночей с тобой мы проведем. О, сколько долгих ночей с тобой мы проведем. Отец твой далеко-далеко, тебе, сын мой, приснится амурские сопки и берег высокий, недремлющая граница. О, сколько долгих ночей с тобой мы проведем. О, а сколько долгих ночей с тобой мы проведем. Слушай меня, засыпай, мой хороший, придет и твоя пора. О, сколько долгих ночей с тобой мы проведем. О, сколько долгих ночей с тобой мы проведем. Писал потрясающие настроенческие картины. Не все знакомы с ними, и вот сегодня мы хотели бы это сделать. А сегодня на нашем экране они для вас будут представлены. И песня, под которую они будут представлены, написала моя бабушка Ада Якушева, вероятно, совершенно вдохновленная этими картинами. Thank you.
четкие линии прячу. Сумерки, им для тебя очень трудно светить. Сумерки светят иначе. Сумерки, ночью порога дороги стоит. Сумерки, волны грядущего ветра. В сумерки я различаю в рисунках твоих зов этих сумерек свет. Хотелось бы вас сегодня познакомить с коллективом, который создал Алексей Иващенко. «Второе дыхание». Маша Иващенко, Алексей Хомчик, Юрий Лобиков, внук Юрия Висбора, и Алексей Иващенко. В любых заброшенных снегах, в портах, постелях, поездах, под всяким мелким зодиаком, тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. Тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. О, страстный взгляд из-под бровей, листанье сборника кровей, что было содержанием дней, то стало приложением вроде. Вот новоявленный Моцарт сродни менялам и купцам, забыв про двор, где ждут сердца, к двору монетному приходит. Все на продажу понеслось, и что продать, увы, нашлось. В цене все то, что удалось, и спрос не сходит на интриги. Явились всюду чудеса, рубли раздув, как паруса, и рыцарские голоса смехоподобны, как вериги. Моя надежда на того, кто, не присвоив ничего, свое святое естество
сберег в дворцах или в бараках, кто посреди обычных дел за словом следовать посмел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком, кто посреди обычных дел за словом следовать посмел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. Выплывают три кита, а на них халабала. У страны халы-балы, невеселые делы, ни прописки, ни угла, ни рекламного села, лишь одна халабала в той стране. Хале-бале. Сорок восемь королей. Эй, с ними всеми весела. Королева там была, но и та хала-балы Макарена. Но зато уж мужики-то там молодцы. Да! Все они хала-бальцы. Очищают купола, звонят колокола, вот и все у них дела, вот и все у них вот дела, вот и все у них дела. Цингонья, тост за Женьку. Так выпьем, ребята, за Женьку. За Женечку пить хорошо. Вы помните, сколько сражений я с именем Женьки прошел. Падали годы на шпалы, и ветры неслись шелестя. О, сколько любимых пропало по тем непутевым путям.
и в грохоте самосожжения забыли мы их навсегда. Но Женя, вы помните, Женя, я с ней приходил вот сюда, когда в 19 веке. Ну вспомните вы, черт возьми, мне двор представляется некий, в Воронеже или в Перми. То утро вставало неброско, лишь отцветы на полу. Голландку пахло и воском, и шторы, примерзшей к стеклу. А вы, будто только с охоты, я помню такой кабинет, и пили мы мерзкое что-то, похожее на каберне. Но все же напились порядком, и каждый из вас толковал. Ах, ах, молодая дворянка, всю жизнь я такую искал. Ну, вспомнили, точно и верно, ни разу с тех пор не встречал я женщины более верных и более чистых начал. Не помню ничьих я объятий, ни губ я не помню, ни рук. Так где ж твоя Женька, приятель? Сюда ее, в дружеский круг. Где-то гуляет отважно, на пляже каком-то лежит. Но это не важно, не важно. Я крикну, она прибежит. Ну что, гражданин, ты остался один, закрывать нам пора. А он заплатил, рассчитался, намерен сидеть до утра. Да нет, по привычке нахмурясь, я вышел из прошлого прочь. Гостиница «Арктика», Мурманск, глухая полярная ночь. Дорогие друзья, человек, которому эта песня посвящена, сегодня здесь, в зале. Народная артистка Евгения Уралова. Похлопайте ей. Он был командор. Все. Он единственное его замечательное качество и достаточно приличная смелость, говорить, смелость, даже нам, альпинистам, это все равно. Это то, что он шел впереди. Всегда. Какая бы ни была вода, как бы ни было опасно, какие бы там бураны, переливы, перекаты не были. Вот, и он однажды с Аней, с Истаней попал в такие буруны, в такие деревья, в заводе, что вообще мы не знали, как там вытащить. И только Толя Левин там смог его как-то подплыть, потому что нас проносило мимо него с дикой скоростью и так далее. Мы не могли добраться до него никак. То есть ситуация была. Мы много раз тонули, переворачивались. Вода, извиняюсь, на берегах еще там ледочек был. То есть это такие были походы, где три дня. Очень тяжелые, опасные. Вот вы когда приходите на концерт, есть у вас ощущение, что вы с ним встречаетесь? Вот я не настолько, как говорится, может быть, сентиментально, так уже опускаясь просто вот до полного расплывчатого состояния, но чувство встречи, безусловно, конечно, лично, конечно. Но это мое, понимаете, я очень душевно отношусь к этому делу. Юра, в общем, как-то мне в жизни присутствие очень помогло. Thank you.
Мне твердят, что скоро ты любовь найдешь и узнаешь с первого же взгляда. Мне бы только знать, что где-то ты живешь, и клянусь, мне большего не надо. Мне бы только знать, что где-то ты живешь, и клянусь, мне большего не надо. Снова в синем небе журавли трубят, я иду по краскам листопада. Мне хотя бы мельком повидать тебя, и клянусь, мне большего не надо. Мне хотя бы мельком повидать тебя, и клянусь, мне большего не надо. Дай мне руку снова для меня, скажи, ты моя тревога и отрада. Мне хотя бы раз прожить с тобой всю жизнь, и клянусь, мне большего не надо. Мне твердят, что скоро ты любовь найдешь и узнаешь с первого же взгляда. Мне бы только знать, что где-то ты живешь, и клянусь, мне большего не надо. Елена Фролова. Я с большой грустью вспоминаю, что когда мне исполнилось 50 лет, вот в дом архитектора был там, значит, банкет по этому поводу, Юра принес мне в качестве подарка военно-морской флаг советский, снят с какого-то катера. Такой, знаете, серо-синий с серпом и молотом красным. И с надписью фломастером старшему матросу А. Городницкому, матросу Ю. Визбор. Этот флаг у меня висит сейчас в кабинете дома. Я с большой грустью на него поглядываю. И я еще спросил, я помню, Юра, а почему же старшему? А он говорит, а я же тебя моложе на год. Дольше проживу. И вот эти слова я запомнил, потому что это был 83-й год, а в 84-м году, ранней осенью, когда я был в очередной экспедиции на судне «Витязь», это было в Эгейском море, если я не ошибаюсь, мы получили радиограмму о том, что Юры не стало. И на обоих кораблях был объявлен траур с моей подачи, капитаны очень любили этого человека, его песни, и мы совершили выезд из порта, а когда советское судно стояло в порту иностранном, радиопередатчики должны молчать. Мы получили радиограмму, а ответить не можем. Вот через два дня мы вышли в открытое море, это пределы территориальной зоны, и, значит, послали радиограмму в Москву и совершили обряд морских, символический обряд морских похорон. И когда я на это смотрел, когда кидается венок, судно делает круг вокруг, длинный, ужасный, не смолкающий гудок, разрывающий уши и душу, да, я поймался на том, чтобы
Если бы Юра это видел, ему бы это понравилось. Он любил такие вещи. Теперь к разлукам привыкайте, к пуританству телеграфных строк. Вы теперь, пожалуйста, на карте отыщите порт Владивосток. Там, оставив берег за кормою, в море отправляются суда. Тихо там восходит надо мною тихо океанская звезда. Тихо там восходит надо мною тихо океанская звезда. Вы теперь, пожалуйста, простите все ошибки сухопутных дней. Вы теперь, пожалуйста, любите нас и посильней, и поверней. Вы в комод другие звезды спрячьте, чтобы вам сияло иногда тихо восходящая над мачтой тихоокеанская звезда. Приморского вокзала мы придем, когда наступит срок. Поезда отсюда лишь на запад, пароходы только на восток. В жизни может многое случиться, но теперь сквозь все мои года тихо будет надо мной светится тихоокеанская звезда. Тихо будет надо мной светиться тихоокеанская звезда. Сегодня среди морских дорог, за островами, за большой водою, за синим перекрестком 12 ветров, за самой ненаглядною зарею, за синим перекрестком 12 ветров, за самой ненаглядною зарею. Здесь горы не снимают снегов седых одежд, и ветер лишь неверность и порука. Я здесь построил остров, страну сплошных надежд, с проливами свидания и разлука. Я здесь построил остров, страну сплошных надежд, с проливами свидания и разлука. Не присылай мне писем, сама себя пришли, не спрашивая тонкого совета. На нежных побережьях кочующей земли который год все ждут тебя рассветы. На нежных побережьях кочующей земли который год все ждут тебя рассветы. Пока качает полночь усталый материк, я солнце собираю на дорогах. Потом его увозят на флагах корабли, сгрузив туман у моего порога. Потом его увозят на флагах корабли, сгрузив туман у моего порога.
плывет над морем, в душе моей туман. Все кажется так просто и непросто. Держись, моя столица, зеленый океан, 12 ветров синий перекресток. Держись, моя столица, зеленый океан, 12 ветров синий перекресток. Не водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд. Когда-то здесь горланили купцы. Москву будила дымная заря, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, здесь бродит запад гидов те ребят. На метрополь колхозники глядят. Как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд. Вот дымный берег юности моей, и гавань встречи, порт ночных утрат. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд. Нажми, водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, А сейчас, дорогие друзья, на сцену выходит друг и соратник Юрия Висбора Сергей Никитин! Спасибо, спасибо. Я счастлив, что довелось мне, нам с Татьяной довелось дружить с Юрием Осиповичем. Бывать с ним в байдарочных походах и сотрудничать с Юрием Висбором, когда он делал кино в творческом объединении «Экран». И вот был такой фильм, он назывался «Мурманск 198», и связан он был с ледокольным флотом, с участниками военных действий на Северном флоте. И там был такой эпизод, когда перед глазами зрителя проходили фотографии военных времен, и специально для этого эпизода была написана нами вместе песня, которая называется «Военные фотографии». И я вот сегодня смотрю, сегодня здесь много фотографий уже Юрия Осиповича, и уже эту песню я воспринимаю гораздо шире. На-ра-ра, на-ра-ра, на-ра-ра.
сниматься и на снимках улыбаться перед старым аппаратом по прозванию фотокор, чтобы наши светотени сквозь военные метели в дом родимый долетели под родительский надзор, в дом родимый долетели под родительский надзор. Так стояли мы с друзьями в перерывах меж боями, с сухопутьем и морями, шли, куда велел приказ: стань фотограф в серединку и сними нас всех в обнимку. Может быть, на этом снимке вместе мы в последний раз. Может быть, на этом снимке вместе мы в последний раз. Кто-нибудь потом вглядится в наши судьбы, в наши лица, в ту военную страницу, что осталось за кормой. И остались годы эти в униброме, в бромпортрете, в фотографиях на память для отчизны дорогой, в фотографиях на память для отчизны дорогой. Спасибо. Вот был еще такой эпизод. Когда-то я участвовал в создании спектакля о Михаиле Светлове, который поставил в МГУ на Ленинских горах Петр Фоменко. И там была песенка, в которой было всего 4 строчки. Это стихи Михаила Светлова. «Не греет любовь и не светит сквозь времени круговорот. Любовь не живет на планете, а тачку с планеты везет». И вот вся песенка. Я однажды показал ее Юрию Осиповичу Висбору. Ему понравилась эта песня. Он, значит, был как-то вот заведен, что ли, и сочинил еще несколько строф. И вот получилась песня, стихи Светлова и Висбора. Не греет любовь и не светит сквозь времени круговорот. Любовь не живет на планете, а тачку с планетой везет. А тачку с планетой везет. В пути ни конца, ни начала, как будто бы замкнутый круг. Но вроде любовь обещала не выпустить тачку из рук, не выпустить тачку из рук. Ах, где вы, помощники, где вы? Одной трудно ношу нести. Лишь вера с надеждой, лишь вера с надеждой, две девы любви помогают в пути. Любви помогают в пути. Ах, где вы, помощники, где вы? Одной трудно ношу нести. Лишь вера с надеждой, две девы любви
помогают в пути. Любви помогают в пути. И жду я всю ночь до рассвета, всю ночь не гашу я огня. Уж раз ты везешь всю планету, возьми заодно и меня. Возьми заодно и меня. Не греет любовь и не светит сквозь времени круговорот. Любовь не живет на планете, а тачку с планетой везет. А тачку с планетой везет. А сейчас на сцену выходит прославленный коллектив. Ансамбль КСП «МИФИ». Кстати, в этом году клубу КСП «МИФИ» исполняется 50 лет. И люди, которые сейчас выходят на сцену, это вполне состоявшиеся инженеры физики, люди, которые все успели в жизни и в профессии достичь вершины, и в турпоходах побывать, и сохранить эту удивительную чистую атмосферу клуба, самодеятельность песни тех висборовских лет. Вот это для мужчин рюкзак и ледоруб. И нет таких причин, чтоб не вступать в игру. А есть такой закон, движение вперед. И кто с ним не знаком, навряд ли нас поймет. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте. Но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы. Да после восхождения до будущей горы. И нет там ничего, ни золота, ни руд. Да только это все, что верит слишком труд. И слышен сердце стук, и страшен снегопад. И очень дорог друг, и слышно близок ад. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте. Но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы. Да после восхождения до будущей горы. Но есть такое там, и этим путь хорош. Чего в других местах не купишь, не найдешь. С утра подъем, с утра и до вершины бой. А тыщешь ты в горах победу над собой. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы. Да после восхождения до будущей горы. Спасибо, друзья. А сейчас прозвучит песня, которую все знают. Стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Арцов. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и окончился круг,
надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый домбай. Вот и окончился круг. Помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый домбай. Что ж ты стоишь на тропе? Что ж ты не хочешь идти? Нам надо песню допеть, нам надо меньше грустить. Снизу кричат поезда, правда кончается мат. Ранее всходит звезда, где-то лавины шумят. Снизу кричат поезда, правда кончается мат. Ранее всходит звезда, где-то лавины шумят. Спасибо, друзья. Вот мы и подошли к финалу сегодняшнего вечера. И мы хотим сказать спасибо всем, кто помог тому, чтобы он состоялся. Министерству культуры Российской Федерации. Департаменту культуры города Москвы. Государственному Московскому театру эстрады. Московскому центру авторского творчества и лично Ирине Алексееву и Игорю Каримову. Общественному телевидению России. Радио России. Эхо Москвы. Пусть аплодисменты не смолкают, друзья. Фонду памяти Юрия Висбора. Центру авторской песни. Интернет-порталу bards.ru. И лично Николаю Романову, Алине Нолле, Марине Анисимовой, Евгению Васильеву и, конечно же, Аркадию Леонидовичу Мартыновскому и Валерию Викторовичу Рюмину. Сегодня еще один юбилей. Ровно 20 лет назад в Государственном концертном зале России состоялся первый вечер Висбора. Мы хотим выразить сердечную благодарность режиссеру, постановщику практически всех концертов Ольге Анохиной. Многолетнему ведущему программы Борису Львовичу. И, конечно, навсегда в наших сердцах останется недавно ушедшая от нас Нина Филимоновна Висбор, которая вложила всю свою душу в то, чтобы каждый год со сцены звучали эти слова. «Милая моя, солнышко весной». Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мной. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, кончен полет. Крылья расправила искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною?
утешайте меня, мне слова не нужны. Мне отыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте меня. В следующем году. Спасибо вам, дорогие, спасибо каждому, что пришли, что помните. Спасибо.